Я приветствую всех на моем канале. Меня зовут Елена. И сегодня я хотела показать все свои процессы и продвижение по ним. Начало года. Вот и решила показать все, чем сейчас занимаюсь. Ну а также покажу еще несколько фокусов. И расскажу, как они делаются. И в конце немного интересного о разном. Итак, начнем. На сегодня у меня два основных процесса, которым уделяю максимум своего времени. Мой первый процесс – поэтический салон от СТ, который я выиграла. Еще раз большое спасибо. Я его только начала вышивать, и опять у меня море новых впечатлений. Он мне очень нравится. Мне уже очень хочется вышивать людей в центре, но я всегда начинаю вышивать снизу. Я начала с нижнего левого угла, и вот что есть на сегодня. А вышито уже 4 нижних листа. Хотя на самом деле это около трех полных. Дело в том, что нижний ряд он меньше, он уже. А вот уже появились ножки стульев и ковер. Ковер. Он просто поражает своей разнооттеночностью. В нем использованы почти все цвета ниток. Только 23 цвета у меня не одеты на органайзер. Я одевала ниточки на органайзер в процессе вышивки. И получается, что в этом ковре, в этих четырех листах, вернее скорее даже в трех, а так в нижний ряд и уже. Здесь задействованы 177 цветов. 177 из 200 хороший ковер. И при этом символы именно разбросаны по ковру. Получается множество одиночек. Но тем не менее ковер получается очень красивый. А сейчас я вам покажу ковер поближе. Посмотрите, какие на нем цветы! И сколько оттенков! Красный, синий, зеленый. А про количество бежевых оттенков даже вспоминать не хочу. Одиночек было очень много. Уже есть ножки от стульев, тени от них. А я решила вышивать дальше. Следующие два листа сверху. Во-первых, появится столик. Мне очень хочется увидеть еще что-нибудь, кроме ковра. А во-вторых, мне кажется, что так будет правильнее, чтобы лишний раз потом не пачкать вышивку руками. Вот так и буду вышивать три листа вверх. И заполняю всю раму. Так что в следующий раз я вам уже покажу вышитый столик. Вот он. Что я хотела еще рассказать. В прошлый раз я рассказывала о своих впечатлениях, о поэтическом салоне. И рассказывала, почему я выбрала именно эту основу. Я вышиваю на иде 18. А выбирала я между аидой и равномеркой. И выбрала аиду. И я только сейчас поняла еще одну очень интересную вещь. Чем отличается вышивка на аиде от вышивки на равномерке? Я сейчас говорю не про отличие размера картины. Я думаю, что все и так знают, что при вышивке на аиде картина намного больше по размеру, чем при вышивке на равномерке. И я сейчас говорю не про технику вышивки, крест или полукрест. Я хотела рассказать про отличие в количестве одиночек. Как выяснилось, при вышивке на Аиде одиночек может быть намного больше, чем при вышивке на Лугане. И я сейчас объясню почему. Я сейчас вставлю несколько скринов из Саги с разными символами для большего понимания. Что получается? Если бы я вышивала эти символы на Лугане, на равномерке, так как равномерка намного мельче, то я бы большую часть их символов захватила одной ниточкой именно одной ниткой. В этом случае одиночек бы не было. Но так как аида крупнее, то и протяжки, соответственно, становятся длиннее. И в результате одной ниткой все эти значки не захватишь. Они все или почти все превращаются в одиночки. И чтобы не делать протяжки, приходится вышивать эти значки как одиночки. Не все, конечно, но большую часть. Думаю, смысл поняли все. На мелкой равномерке значки захватываются одной ниточкой, а на крупной аиде они все превращаются в одиночки. Но мне эту картину больше нравится вышивать именно на аиде. Почему на аиде? Потому что на крупнении Здесь очень много креплений ниточек в начале и в конце вышивки. А на аиде больше места для креплений, чем на лугане, она мелкая. То есть здесь легче крепить ниточку. Хоть креплений много, но крепить их легче. И второй очень интересный и важный момент – протяжки. Возможно, мне иногда и хочется сделать протяжку подлиннее. Но я вышиваю набор, в котором не указаны номера ниток. То есть нитки нужно экономить. И если начну делать большие протяжки, в них просто не хватит. Размер моей максимальной протяжки равен размеру расхода ниточки при креплении в начале и в конце вышивки. Протяжка в 10 клеточек – это уже большая протяжка. И если в розах, например, я ее могу допустить, причем без проблем, то здесь нет. Боюсь, что ниточек может не хватить. И здесь есть еще один очень важный момент, который мне очень облегчает вышивку. А как я делаю небольшие протяжки, не переворачивая раму? Да, раму в 90 см не очень удобно переворачивать. Еле поставила камеру, очень сложно было настроить. Еще и снос с ней пошатывается немного. у меня не очень крепкий, ножки очень слабые. Но тем не менее, сейчас покажу. Тут ничего сложного, все понятно. А вот мне нужно сделать два крестика и протяжку между ними. А я делаю первый крестик и креплю петелькой. Когда я заканчиваю вышивать крестик и хочу сделать протяжку, вот мне нужно сделать протяжечку я вкалываю иголку, выводя ее на изнанку, но не вывожу, а провожу ее под ковриком изнанки и вывожу рядом за следующим крестиком, то есть иголка проходит сквозь коврик изнанки. Но такие протяжки удобно делать только в одном направлении, хотя способ очень удобный, я им постоянно пользуюсь. И, кстати, в качестве идеи это также можно делать крепление в конце вышивки под стежками, не переворачивая рамы. как вы видите, мой станочек обрастает полезными и удобными вещами. Но видео по организации процесса я сниму позже. Он все еще не полностью организован. Я хочу еще шить чехол для станка. Вот уже и ткань лежит. Низ я уже выкроила, Низ будет красный, а верх вот такой. Осталось только шить. И делать его буду из двух частей. Как сделаю, покажу. И есть еще несколько вещей, которые я хочу сделать. Но тем не менее вышивать уже удобно. Здесь у меня игольница. Я привыкла парковать ниточку при вышивке. Именно с этой стороны. Лампа. Мне она очень нравится, удобная. А вот лампа станка не понравилась. Я ее включила всего один раз, мне не понравилось. Во-первых, свет. Для меня он слишком яркий и бьет в глаза. А во-вторых, он неестественный. Меняется цвет вышивки. Вот не то, не будет с ним вышивать. А вторая игольница это для булавок. И чехол для хранения ножниц. Мешочек для остатков ниточек. Очень удобно. А сверху я приклеила органайзер для остатков ниточек. А по органайзерам я пока окончательно не решила. Но у меня так получилось, что нитки уже одеты на вот эти органайзеры. И пока менять ничего не хочу. Я думала сделать органайзер сверху, но не хочу использовать много булавок. Все-таки ребенок не хочется. И вышиваю ее одной иголкой. Я тоже по тем причинам. Все остальное я храню в коробке. Сейчас покажу. Мне досталась вот такая коробка, и в нее очень удачно все влезло. А сбоку я храню органайзеры от роз и поэтического салона. А во втором отделении все остальное. Иголки, ножницы, магнитики. Моя маркиза де Помпадур от СТ. А сколько меня уже людей поздравила с ее завершением. Но все не так просто. Здесь сверху еще два ряда фона осталось. А один ряд это 9 страниц. Итого 18. А э, Сама штора вышивалась легко, но потом опять появились одиночки. Из сложного в этой картине остались часы и ангелочек на мебели. Э, там тоже будут одиночки, но вокруг фон и штора. Они вышиваются легко. Э, фон вышивать скучновато, много коричневого. Но маркизу я закончу, в любом случае в этом году. Хочу ее быстрее закончить уже. Э, сейчас покажу ее поближе. Срамы снимать не буду. Все очень красиво, столько деталей, мелочей. Платье маркиза это отдельная тема. Стол, подушки, резная мебель, блистеринная. Мне маркиза очень нравится. Не буду о ней много рассказывать. В прошлых видео я уже все рассказала. Я оставлю ссылки в описании на самые интересные из них. По организации процесса, по процессу вышивки, покрепление нитки. А когда уже вышли всю варкизу, подведу итоги и сниму отдельное видео по ней. Со всеми моими впечатлениями, всеми нюансами вышивки. Роза в стеклянной вазе от СТ. А здесь я вышла снизу стол. Решила вышивать нижний ряд, потому что здесь фон, а фон вышивается легко. Здесь он легкий. А вышиваю эту картину очень редко. Это мой не основной процесс. А хочется хоть немного продвижений. А покажу розы поближе. А множество оттенков, множество одиночек. И на розах, и на листиках. А розы очень красивые. И конва очень мягкая, в сравнении с конвой ДМС. В патическом салоне. А но вышивать при этом очень легко и комфортно. А мне розы очень нравятся. А когда я закончу маркизу, процесс пойдет быстрее. А кроме того... А я их сняла с рамы и одела на пяльца. По той же причине. Процесс стал более компактным. И, возможно, я чаще буду брать его с собой и вышивать. И мои небольшие процессы. Я их вышиваю очень редко. И они в основном дорожные. Но, тем не менее, их сейчас не так много осталось. Я думаю, скоро я их закончу. И начну новое. Сделала недавно вот такую шкатулку. Сначала я хотела украсить верх крышки вышивкой, но передумала. Она очень маленькая. И я, наверное, сделала такую шкатулку с вышивкой, но большего размера. Использовала я салфетку для декупажа, клей ПВА и акриловые краски. Еще я сделала вот такую магнитную игольницу из тюбика для помады. Тюбик нужно отмыть от остатков помады. Я его покрасила акриловой краской и покрыла лаком, а внутрь приклеила магнит. Очень интересный и удобный дорожный вариант игольницы. А вдохновили меня игольницы с Алиэкспресса. Я вставлю фото. Моя картина миниатюра. Я уже говорила, что хочу вышить очень большую и очень маленькую картину. А большая – это поэтический салон. И вот решила маленькую сделать. Эта картина будет моей сестре в подарок. Вышиваю ее по приметам. И думаю, что клетку вышью. А на самом деле она в высоту 90 клеточек. Но я ее вышиваю на мелкой основе. Я ее вышиваю на шелковой кисее 40 аккаунта. Поэтому она будет очень маленького размера. На шелковой кисее намного лучше вышивать шелковыми нитками. Дело в том, что они вдвое тоньше обычного мульнэ ДМС. У меня они есть, но не все оттенки. У меня нет бежевых оттенков для лица. А при выборе с монитора, а по-другому их нельзя купить, оттенки не совпадают и сложно выбрать. Поэтому вышиваю нитками ДМС. И получается очень интересно и красиво, но здесь главное найти маленькую красивую рамку. Моя подушка. Это стринная схема реконструкция. Она уже близится к финалу. И что очень радует она очень легко вышивается. По краям я схему увеличивала, вышла черную полоску. И хочу в ближайшее время купить уже бахрому и ткань на заднюю часть подушки. И как я понимаю, нужен наполнитель. Подушку я делаю первый раз. Размер у меня нестандартный, и готовый задний для нее не купишь. Подушка мне тоже очень нравится. И я уже говорила. Я хочу сделать несколько подушек. И я вот после долгого поиска нашла еще несколько схем старинных, очень красивых. Я вставлю фото. А скорее всего, одна из них будет следующей. Мне очень нравятся вот эти схемы подушек. И очень нравится схема коврика. Это тоже реконструкция старинной схемы. А коверы, конечно, вышивать не буду. У меня рука не поднимется под ноги и положить вышитый коврик. А вот если его оформить в подушку, мне кажется, будет очень красиво. Но все это только после окончания моей подушки. И желательно маркизы. А думаю, что в следующий раз я покажу уже полностью выштую подушку. А покажу подушку еще поближе. Очень красивый узор, красивые розы. Красивая схема. Мне очень нравятся вот такие вот схемы. Особенно с розами. Мой мячик Adjust None. Набор снят с производства, но схему очень легко найти в интернете. Я его начала вышивать и решила вышивать вот эти цветы не по ключу, а нитками DMS с люрексом Этуаль. И мне очень понравилось то, что получается. Но у меня были только розовые оттенки. И у меня не хватало других цветов. И я никак не могла их докупить. Все как-то не хватало времени. Но на сегодня уже все нитки есть. И думаю, что скоро я его закончу. Осталось выше всего 6 деталей с цветами. Но эти все детали с цветами тоже еще не закончены. Здесь еще бисер нужно пришить. А в синих цветах еще листики зеленые и серединки. И, кстати, это шоу левиафан двухцветный. Первый раз его вышиваю. Нитки очень красивые. Очень красиво приливаются. Единственное, в этой серии ниток Этуаль как-то мало цветов. Я, чтобы хватило оттенков, делаю бленды. Ткань я красила сама. Кому интересно, есть видео, оставлю ссылку. Думаю, что шарик я уже скоро закончу. И в следующий раз я вам покажу уже полностью вышитый шарик. Очень интересный дизайн. Моя будущая сумочка. Это тоже старинная схема реконструкция. Я ее сама восстанавливала. Я уже определилась. Хочу купить фермуар с ручками. Скорее всего, железными. Вышиваю ее очень медленно, но думаю, что в этом году закончу. Очень красивые цветы, тоже мне очень нравятся. А вот эту косметичку я ей показывать не хотела, она мне разнравилась, и я ее не вышиваю. Ее красивее вышивать бисером, а нитки мне не нравятся. За все это время вышло буквально пару ниточек, прогресса ей не видно. У меня еще очень много всего задумано: подушки, кошелечки. Очень хочу сделать выштую шкатулку в старинном стиле. Меня вдохновили очень интересные шкатулки. Сейчас ставлю фото. Я уже даже выкройку начала чертить. Но пока показывать еще нечего. Вот когда сделаю, тогда я покажу. И напоследок немного интересного: как я и обещала, фокусы спичкой. Как зажечь спичку с силой мысли. А вот и секрет: сера от спички. Приклеиваем к ногтю. И еще про интересное: мои лимоны и мандарины. Их мне подарили в апреле на день рождения. Лимон уже дважды свел, и это новые плоды. Они уже желтеют. А у мандарина это все те же мандарины которые, получается, висят на этом деревце с апреля. То есть уже почти 10 месяцев. 10 месяцев висят и одни и те же мандарины. И, скорее всего, будут еще долго висеть, если их не сорвать. А до весны их точно не собираюсь срывать. Представьте, 10 месяцев висят мандарины. Еще мы с ребенком увлеклись опытами. Купили несколько наборов. Те, которые 8+. Плюс. С 8 лет. И что меня удивило, в этих наборах встречаются такие вещества, которые я своему ребенку, восьмилетнему, в руки не дам. Опасные вещества. Но, тем не менее, опыта очень интересная. на этом, наверное, буду прощаться. Не забывайте подписываться. И всем до новых встреч!